В волонтерском штабе приятные хлопоты. Ребята готовят к отправке праздничные продуктовые корзины, пакеты с овощами и георгиевские ленты. За один день все подарки развезут ветеранам. К сожалению, в Новодвинске их осталось совсем немного. Волонтеров акции штаба «Мы вместе». Приятная миссия. Сегодня они развезут 8 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны, собранных благотворителями в рамках реализации проекта «Вам родные». В числе первых поздравления получает Игорь Семенович Добрынин, чья военная служба началась на Карельском фронте. Он участвовал в операции «10-й сталинский удар». Грудь ветерана украшают ордена и медали. Ленинградской области и Карелии. Да, вот я получил 3 ранения. 2 ранения было легких. А одно ранение такое тяжелое, что я 10 месяцев лежал в госпитале. Очень приятно получить, значит, от правительства и от местных властей. Вот поздравления и подарки, естественно. Ветераны, в чьи двери сегодня стучатся волонтеры, рады и подаркам, и вниманию. Вам большое-большое-пребольшое спасибо. Всего вам доброго, желаю здоровья и всего хорошего. Ведь для всех участников войны День Победы – самый важный праздник, которого они так долго ждали. Мы же воевали, жали, победа. Вот в чем дело. Вот. Это самое основное, главное. День Победы. Проект «Вам родные» реализуется фондом «Гарант» при поддержке областного правительства и регионального волонтерского штаба «Мы вместе». Подарки и поздравления с юбилеем Победы получат 386 ветеранов региона. Анна Соловьева, Николай Кель, Норд ТВ.